Уникальные, просто уникальные кадры. Вот так поселишка принимала всех малышей. От козичков, от которых отказались мамы. Молодец, молодец, Василиса, молодец, молодец. Давай, Кися. Чудо-кошка. А просто чудо-кошка. Только в Тайгане можно такое увидеть. Тут несколько чудес сразу. Тигрица родила и подпускает Олега Алексеевича, полностью доверяя. Один уже сосет. Ой, какая прелесть. Один уже понял вкус. Второй, это то, что она терпит меня, в принципе, это тоже чудо. То, что она дает Олегу Алексеевичу искать и подсовывать малыши, говорит, это третье чудо. То, что это чужие малыши. Это четвертое чудо. Да вообще это все одно сплошное чудо. И это чудо называется Тайган. Не знаю. Как такое возможно? Ой, с ума сойти. Я стою, у меня аж дыхание у самой перехватило. Хотя вроде бы, ну, по идее, должна привыкнуть, но не получается.